с новогодней песней выступает хор неуравновешенных детей. Зайчики! Смотрим. Ну так становись, пой. Музыка народная, поет чучело огородное. ГТА здесь! Здесь все! Степа, Тёма, Джонни, Паша, Карина и Валя Метёлкин. А я Никита, я тоже хочу петь и сейчас пою. Ёлки, ёлки, ёлки наряжаем. Наряжаем! И подарки под них запихаем. Запихаем! Йо! Йо! Много яркости ваше выступление. Ну так, яркости у нас хватает, а вот смысла вообще нет. Может, попробуем его внести? Сценка «Урок истории». Здравствуйте, дети! Кто она такая и чего она хочет? Меня зовут Эльмуда Гельмутовна. Тема уроков — повторение. Это я точно не повторю. Так, для начала раздам вопросы. У вас каменный век, а у Максима палеолит. Выздоравливай. Приветка, вы, похоже, опять ничего не догоняете. А вы, похоже, не убегаете. Слушай, либо ты сейчас начинаешь учиться, либо потом кто-то не сдаст ОГЭ. А я что, должен учиться, чтобы потом кто-то сдал ОГЭ? Приветка, встань! А теперь отвечай на мои вопросы. Кто совершал набеги на Русь? Может быть, печенеги? Не, спасибо, я не голоден. Какие произведения слагались о богатырях? Балины! Да ты о чем из кроме еды вообще думаешь? Блины какие-то. Так, у вас есть последний шанс. Мое терпение скоро лопнет. Кто прорубил окно в Европу? Петр! Петр! Назар! Так, Куриленко, все очень и очень грустно. Садитесь. Давайте, Максим, хоть вас послушаем. Ха, мне когда грустно, я тоже Максим слушаю. Как вы видите, с учебой у нас тоже ничего не получилось. Может, танцы попробуем? Итак, уже очень-очень много лет, точнее 9, учителя учат нас всему. А теперь мы попробуем научить их танцам. Итак, на сцену, на урок танцев приглашается Полыхтова Наталья Борисовна. Барулина Марина Геннадьевна. Грешилова Ольга Ивановна. Так, где Ольга Ивановна? Ну окей, окей, два, так два, хорошо. Залидеева Татьяна Николаевна. Варгасова Светлана Валерьевна. Где Варгасова Светлана Валерьевна? Она что, опять без формы? Хорошо. Все понятно. Место походы зачем? Ясно. Татьяна Николаевна, два.
Хорошо. Хорошо, я напишу 3 на 2 в уме, я запомню. Марина Геннадьевна, а вы опять не подготовились? Ну, как всегда, ну что мне с вами делать? У меня нет уже больше, нет. Хорошо, хорошо. 4, ну вы знаете, что надо делать. Наталья Борисовна, а вы помните, как один раз за невыученный параграф по истории вы мне поставили 2? По-моему, у вас пару движений не подходило. Ну, музыку не танцевали. Ладно, 3. Хорошо.